А еще перед началом дисклеймер, то что это просто развлекательное видео. Мне было настолько скучно, что я записал видео про то, как я пишу сочинение по химии. Приятного просмотра. В общем, что мы делаем? Мы пишем сочинение на тему химия в жизни. Зачем нам химия в жизни? Ну, вообще, по многим причинам зачем? Зачем мне это писать? Я тут, короче, целый параграф прочитал. Вот, и, так скажем, вдохновился. Короче, сейчас мы что будем? Думать вместе на камеру. Я буду на камеру думать, что мне писать. Потом это смонтирую и никуда не выложу. Так. Ну, я тут, короче, немного начал. Химия — это очень хорошо. Она у нас есть везде. На улице, в еде, в школе, в чипсах. Мы можем летать на самолетах, авиаселс, взрывать фейерверки и летать в космос. Точка. И что мне дальше писать? Прикол в том, что у нас алюминий, он вообще везде. Из него можно ядерный реактор сделать, либо новый вид кока-колы, я не знаю, что. Я по картинкам буду. Вот тут, например, барометр. Тоже химия, наверное. Вот химия. Вот тут у нас компьютер, таблеточки, вазочка, духи, да, косметика. Ткани. У нас есть база, мы говорим, что мы делаем, мы сидим за компьютером, вот у меня тут компьютер, вот тут у меня компьютер, я компьютер, вот света нету. Вообще, видите, какой сотни фон, вот это уж химия. Как мне начать? О, точно, также, чё также, блин, с... Помощью. Не слишком у нас есть электр, что позволяет нам, что нам позволяет штурочка. Все, это мы сделали. Стоит ли мне писать, что, ну, косметика делает людей красивыми, и люди красивые. Спасибо, Хита. Я уже вот половину написал. Мне еще одна половина чего-то там надо. Химия. Я уже все. Для меня хиппи и химия одно и то же. Косметика — это тоже достижение, благополучие. Результат. Косметика тоже является результатом химии. Короче, с помощью... Вот, например, у меня тут вообще вот... Вот химия. Мама, я ютубер. Алло. Ладно. Можем кушать благодаря химии. Или как? Ученые, люди, персоны. Посуду. Для более удобного поглощения. Чтобы кушать прикольно было. Удобно кушать. Ну, кушать и пить. Нет, пить пищу нельзя, чтобы кушать. Удобнее кушать и пить. Так, ну тут удобрение и таблетки, но лекарства. Ну да, лекарства. Делай таблетки зачем? Зачем? От того, чтобы люди их покупали. Подобных примеров можно привести. А, надо написать еще негативное, то что, ну, не только же все хорошо у нас, вот моя нога в студию. Черт, ладно, мой подлокотник вот так вот. Это не только положительное явление, но и отрицательное. Я устал. Точка. Скопление мусора. Это ужас. Скопление мусора вообще везде. И в море, и в лесу. Выхлопные газы. Я уже на вторую страницу пишу. Химия — это прикольный предмет, прикольная наука. Пока что. Вот до этого мы еще не дошли. Спасибо, свет мне. Вот так вот страшнее. Но скорее тут не за химией надо следить, а за людьми. Точнее, за самим собой. То это может нанести огромный вред природе и природе животных. Фух, получилось вот так. Вот так вот. Ну, думаю,
Я отлично постарался. А где у меня пистолет? А где у меня нож? Все. Спасибо, что вы посмотрели. Всем пока.